Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в Центральном районе утром 16 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем кроссовера китайской марки грубо нарушил правила дорожного движения. Заехал на тротуар и припарковался прямо у входа в ночной клуб на остановке «Современник». Затем волгоградец в грубой форме требовал пропустить его в заведение. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Нарушителя задержали, от прохождения освидетельствования он отказался. Составлены административные материалы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.